Ниже компании страны здесь в небольшом цехе создают аналитические приборы. Ими оснащают нефтехимические лаборатории, медицинские. Это тот случай, когда спрос в разы превышает предложение. Этот химический реактор сейчас проходит предпродажную подготовку. После отправится в Красноярский научный центр. Синтез нанокомпозитов будет происходить при 500 градусах. Рабочая температура этого реактора 500 градусов. Испытательное будем делать 700 производить. Также в нем можно проводить анализ органических и неорганических веществ при этой же температуре с принудительным перемешиванием. Всего за полгода новая тюменская компания смогла перевыполнить план. Коллектив из 20 человек заработал 20 миллионов рублей. В этом году намерены выйти на 200 миллионов. Заказы поступают со всей России, Казахстана. Вот только в марте пришлось немного ограничить ассортимент. Завод теперь не сотрудничает с Великобританией, которая обеспечивала эксклюзивными комплектующими. Самая большая проблема исследовательских приборов – это не металл, не железо, не какая-то электронная начинка, а это именно датчики снятия показателей. Ушли с российского рынка и главные конкуренты – американские компании. Сейчас их оборудование тюменцы готовы обслуживать и предлагать на замену свое. Вот делаем платы такие вот. Это наша полностью разработка для наших реакторов, для управления нашими реакторами. То есть это у нас, как бы, мы их сами делаем, здесь же мы их паяем из компонентов. Платы заказываем тоже в России. «Новомаш» является участником ассоциации «Нефтегазовый кластер». Вместе с тем размещает свои производственные мощности на промышленной площадке Агентства инфраструктурного развития Тюменской области ДСК-500. Силами двух данных институтов развития оказывается комплексная поддержка предприятию «Новомаш». Инфраструктурная, подбор необходимых инструментов финансовой поддержки. Компания будет расти, нужны кадры, зарплата у слесаря такая. 35. Плюс-минус тогда, какое все зависит от месяца. У высококвалифицированных кадров в разы больше. Специалистов приглашают из разных регионов. И кроме исполнения заказов, они занимаются авторскими разработками. Например, сейчас предлагают нефтяникам взрывозащищенные видеокамеры для буровых установок, независимые от импорта. Татьяна Воротилова, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.